Экономика региона продолжает развиваться. В Твери открыт новый технологический комплекс стекольного завода. Эксперты говорят, предприятие будет выпускать продукцию, которая соответствует самым современным западным технологиям. Когда предприятие выйдет на полную мощность, то объем производства возрастет практически в 5 раз. 20 миллионов изделий в месяц. Такой будет мощность нового технологического комплекса Тверского стекольного завода, открытие которого прошло в торжественной обстановке. Производство организовано с использованием всех современных тенденций мировой стекольной промышленности. Наша задача перешагнуть рубеж обычной тары, так сказать, а возвести ее в ранг более элитной, что ли, тары, которой на сегодняшний день в России нет. В основном предприятие будет выпускать ту продукцию, которая сегодня покупается за рубежом. В настоящее время идут пусконаладочные работы. Технология отрабатывается на стандартной бутылке. Уже к концу года завод сможет заработать на полную мощность. Численность работающих на предприятии с пуском новой линии увеличится на 250 человек. А мы сегодня можем гордиться этим заводом. Это расширение рабочих мест и нормальная заработная плата. Это пример для собственников, для акционеров, как надо развиваться в кризисе. Это пример для всех нас, как надо ориентироваться в кризисе. Вопреки сложной экономической ситуации в стране, Тверской стекольный завод не свернул производство, а сумел его расширить. На это потребовалось 2,5 года. В планах руководства завода строительство второй очереди технологического комплекса. Павел Якушин, Ирина Пономарева, Николай Егоров. Вести, Тверь.